Года в жизни каждого студента – это студвесна. Почти два месяца в стенах Дворца культуры ЧГУ царит праздничная атмосфера. Танцы, песни, СТЭМ и КВН. Команды стараются показать лучший номер в каждом жанре. Что получится у студентов юридического факультета? Сейчас узнаем. Студвесняда это такое мероприятие, которое дарит улыбку, красоту всей студенческой жизни всем зрителям, которые пришли на данное мероприятие. А ты конкретно что даришь? Я дарю улыбку, пение, а также юмор. Что такое студвесняда? Это всемирное сборище победителей студвесен. Юристы в этом году какое место им? Я думаю, первое. С конца? Сначала. Что это у тебя? Это чек. Чек на что? На билет. Что-нибудь еще умеешь делать? Все могу. И сплясать, и станцевать. Давай. Почему тебя не взяли танцевать в коллектив? Хотела, но не получилось. Взятку не дала им, да? Мало давала. Слила соль. Лифтер? Где тут лифт? Поэтому лифт, да, не работает, потому что ты здесь. Струйфак делает крутые декорации. А чем выделяется юрфак? Ну, юрфак шутит. Пошути. Не все на юрфаке шутят, да? Я сегодня выхожу в костюме Тора в первом номере студвесняды юридического факультета. А где твой молот? У Тора же молот есть. Так, сейчас, секундочку. Слушай, это не молот Тора, я тоже его могу поднять. Ну, либо я тоже достойна. Зачем Тор студвесне юридического факультета? У нас песня такая, и там есть слова про Тора, и я в этот момент выхожу. Что там, закрепляем приговоры, что-то там, молот Тора там, вот, в общем. Здрасте. Привет. Какая ты сегодня яркая? В образе кого? Да, блистающая. Акробатки. Акробатки? Да. Выходишь, что умеешь делать? Я выхожу, машу ручкой, улыбаюсь и делаю колесо. Все. Я думала, машу ручку, улыбаюсь, вся акробатика, да? Ну, почти. Что, какие элементы умеешь делать? Особо никаких. Ты там за кем подсматриваешь? Нет. Чем будешь сегодня удивляться? Сегодня только вторая роль, к сожалению. Какая вторая роль? Ну, стоять за решеткой. За что тебя? За что тебя юрист-то? Ну, я не знаю, такая вот роль у меня сегодня. Ты даже не знаешь, за что ты за решеткой. Ну да. Еще я также пою в хоре. Хорошо поешь? Такое, себе. Ну так себе, да? Да. Не очень. Ну-ка спой, давай оценим. Если нас тут весняди, нам мельдо не подсыпает, суд наш Ленинский районный по-любому оправдает. Ну, дальше я не буду петь. И правда, так себе. Ну да. Где накосячил юридический факультет? Что вы здесь делаете? Юридический факультет нигде никогда не косячил. Сколько заплатил тебе юридический факультет, чтобы ты все это сказал? Без комментариев, без комментариев. Без комментариев. Все комментарии только у пресс-службы. За полчаса до начала студвесны двери зала открываются, и зрители потихоньку начинают занимать свои места. С каждым концертом их становится все больше. Как сегодня выступят юристы? Отлично, если юрфак, то только победа. Как будешь за них болеть? Всеми руками хлопать, аплодировать. Какой номер сегодня будет самый лучший у юристов? Где они танцуют? Танцуют? Да. Хорошо танцуют юристы? Наверное, я первый раз. Как выступит юрист? Как всегда, грандиозно. Грандиозно выступает? Да, мы верим в юристов. Юрфак лучше всех. Происходит в Новой Зеландии в 2021 году. Студвесна вышла за пределы страны, и теперь конкурс студенческого творчества проводится во всем мире. Все страны отправляют своих участников на студвесняду, но вот российским студентам, как обычно, не повезло. Их хотят дисквалифицировать. Чего я чем-то проблемами, да, такими большими запахло?
У сборной последний шанс придумать хороший номер. Что умеешь играть? Абсолютно все жанры рок-музыки. Лорди. Знаю. Спой. Я сегодня, вот персонально я, должен просто взорвать зал. Как взорвет зал юридический факультет? Мы взорвем зал, мы, юридический факультет, своими гениальными шутками. Ты любишь рок-музыку, сидишь за барабанами. Почему в руссконародной рубашке? Что это значит? Я могу сейчас обидеться и уйти, потому что это чувашская народная рубашка. Я играю иностранную музыку, адаптированную под чувашский лад. А будут петь на чувашском? В том числе. Следа. Как можно исполнять чувашские песни, чтобы о них говорили на всей планете? Если вы еще не знаете, тогда специально для вас мастер-класс от юрфака. Чувашские традиции под мировые хиты. На сцене группа Golden Kavakal. Жизни скромный. Как перевоплощаешься на сцене? На сцене? Не знаю. На сцене я всегда веселый, а в жизни я всегда скромный. Ой, не могу, так мило. Сам придумал тексты песен. Вообще очень крутой был номер. Помогали ребята, ну и сам. Все, это наш общий труд. Жанр, который давно не видели в стенах Дворца культуры ЧГУ. Поэтому зритель воспринял его на ура. Может звать себе на помощь студентов других факультетов, и не только. Вечный студент Андрей Макаров услышит зов ЧГУ отовсюду. И вообще, это кто такой? Макаров? В каком году закончил юрфак? Ни в каком. Не заканчивал? Я не заканчивал юрфак. Тогда, внимание, вопрос. Что ты делаешь на студвесне юридического факультета? Я как бы вынужден был по сценарию заходить. Ну, то есть так получилось, то, что мне сказали за 3 дня до выступления, что ты участвуешь у нас на студвесне. На этот раз поддержать артистов-юристов решили и преподаватели факультета. Самые хайповые, самые крутые преподаватели из юрфака. Дайте 5. Преподаватели юрфака тоже участвуют в студвесне. Да, конечно, мы на равных со студентами на одной волне, на одном движении и понимании, как желаем всем другим факультетам. Мы на хайпе, купли адрес наш, ЧГУ новый корпус, второй этаж! Студвесняда 2021 подошла к концу. По сюжету команду российских студентов оправдали и допустили к участию. И здесь, в отличие от реальной жизни, все закончилось хорошо. Весна – это самая лучшая вещь в жизни. Если юрфак, то только победа! На самом деле, реально очень здорово. Мы, честно, не ожидали, что будет настолько веселый, позитивный, студенческий, актуальный КВН. Ой, КВН, говорю, весь концерт. КВН тоже был смешной. Отдельная заслуга, конечно же, это у преподавателей, которые поддержали своих студентов и выступили в КВН, наверное, даже лучше, чем сами студенты. Команда юрфака отстрелялась на очереди Машфак. Их ярмарку мы увидим уже во вторник. До встречи на студии.